О спорте в Павлодаре чествуют обладателей Кубка Казахстана по волейболу. Команда доказала, что является одной из сильнейших в стране. Спортсменам вручили награду и заслуженные медали. За неделю, пока шли игры, команда провела 6 сложнейших матчей. Поблагодарить за победу и красивую игру опытных игроков пришли начинающие волейболисты. Как отметил наставник волейбольного клуба «Павлодар», в Прииртышье заложены хорошие традиции по развитию игровых видов спорта. Сразу несколько профессиональных команд, действующие чемпионы страны.